Приветствую, ребятки. Короче, первый день зимы. И вот такая вот картина. Это у меня получается вертикал на 14 МГц висит уже кривой. И вот у нас что стало с дельтой. Она тут у нас на дереве зависла. Противовесы поотрывала. Где-то они тут были. Вот противовесы. Они крепились на старый, получается, такая старая пластиковый круг такой от лыжных палок. Ну, в общем, я не рассчитал. С возрастом, естественно, пластик становится хрупким. Вот. Морозы тут у нас были. И нагрузка ветровая. Это все дело лопнуло. Вот. Ну и теперь вот так вот все печально висит. Ну и все. Что буду делать? Ну, скорее буду делать всего, снимать это все дело. Ну и как-то его пока ложить, потому что если будет обледенение, оно все окончательно отвалится. Так что, ну, основная мачта с антеннами-то выдержала, естественно. Квадраты тоже стоят. Но вот эти все чудеса на 7 и на 14 не выдержали. Из-за того, что я сэкономил на нормальном фиксаторе оттяжек. Ну, а погнула алюминиевую мачту, потому что, вернее, антенну, потому что резкий был, наверное, порыв ветра. Ну, и так как она алюминиевая, я просто согнула в одну, в одном таком вот, даже не знаю, как назвать. Вот как буквой Г стоит, и все. Вот такая вот у меня информация. Ну, я особо-то не страдаю, ничего страшного. Будет наука. Так что всех поздравляю с наступлением зимы.